Всем привет! На сегодня у нас будет необычное видео. В игре Грэнни первой части вышло новое обновление. Ну, в принципе, смотрите, вот первое изменение, видите, уже менюшка поменялась немножко. Стало чуть светлее. В принципе, медведь также вылезает, а Грэнни вот просто стоит и все. Капканчик тоже работает. Ну, вот такие вот первые изменения, которые я уже заметил. Версия обновления вроде бы 1.7.9.3, вот так. А было вроде 1.7.9 просто. Так, ну что, давайте, наверное, на изи попробуем, посмотрим. Тут, наверное, поменяли все-таки что-то, может быть. Сыграем сегодня на изи и посмотрим так хорошенько изменения. В общем, с наушниками у меня возникли технические неполадки, поэтому я буду играть без звука. И если получится, я пройду эту игру без звука тоже. Будем просто ориентироваться здесь. Ну, в принципе, смотрите, стало как будто почетче, да? Воз. Как будто теперь реально играем за кого-то. Кстати, тут сделали посветлее даже, как в моде вроде бы, да, когда вот был дед еще. Помните, еще мод я снимал, там с дедом было. Так, Грэнни там, наверное, будет. В принципе, тут стало намного светлее, да, вроде. Тихо, уходим. Может быть... Разработчик заметил. Может, разработчик... Ой! Откуда ты пришла? Посмотрите, она уже по-другому вот ходит. Вот анимация у нее такая интересная. У тебя лицо такое интересное сейчас. Иди сюда, иди сюда. Откуда она пришла? Она не из подвала появляется? Что? Подождите, откуда она могла прийти-то? Если не из подвала, откуда? С той комнаты, что ли? Наверное, да, она уже вот здесь где-то появляется. Да, она тут все сбила уже, конечно. Короче, что я говорил? Разработчик, наверное, заметил этот мод, может быть, и сделал тоже игру посветлее, как в этом моде. Ой. А я тут как буду приседать? Ого, так четко еще и приседает. Смотрите, я тут могу проходить, в принципе. Только вот где Грэнни, я не знаю, конечно. Ничего. Ничего, играю без звука просто. Давайте, ладно, пошумим. Все, идем вниз. Так, а тут что-то есть? Блин, стало реально намного четче вот игра. Так, что будем делать? Искать предметы, наверное. Может быть, расположение предметов тоже могли поменять, я не знаю. Тут, кстати, знаете, что я не сказал еще? Я же играю без звука, у вас, наверное, слышно. Вот такая музыка новая играет. Музыка побега, вот. Вы, наверное, слышите. В принципе, что, сейчас идем на улицу, надеюсь, он меня не заметила. Вау, улица теперь по-настоящему, как улица выглядит. Вот это да. Вообще прикольно. Вот это просто жесть, смотрите. Прям как на улице, серьезно. Мне вообще понравилось уже это обновление. Особенно улица теперь вот прикольно выглядит. А где Грэнни, неизвестно. Может, тут ходит? Меня она не поймала еще. Хорошо. Шумит молоток, не слышно просто. А на что получается со второго этажа теперь? То есть на втором этаже появляется, да?
А в подвале ты можешь появляться? Гренни. Музыка такая играет, видимо. О, не прошла, не обошла. Сматываем наверх. Не попался. На третий этаж. Ну, я, наверное, как нубик буду играть. Сейчас. Я не знаю, как челлендж, блин, будет. На сегодня у меня такой. Где грани? Неизвестно. О, падает, супер. Молоток внизу. О, молодец. А, не заметил, может быть? Я не знаю, конечно. Кусачки. Кусачки, кусачки. Шумим. Блин, честно, без звука неудобно играть. О, прям так на меня смотрит вообще. Что? Что? Вы это видели? Серьезно? Вот такая сцена была падения. То есть, ну мы не можем тупо вот падать постоянно. Но это реально было высоко, в принципе. Ну, какие-то эффекты вот добавили. Видно так. Она меня заметила. А она будет сюда идти? Да. Будет. Она даже чувствует, что я здесь. Да, ты будешь мешаться мне. Вот сюда идти, да. Мне нужно сгонять на кухню. Эй, почему ты не уходишь? Ладно, шумим. Что? Что это за прикол? Вы видели? В смысле, а что это было? О, привет. Мясо. Ой, он меня сейчас поймает. Да, что это такое? А, давайте с кусачками на третий этаж пойдем. Там, видимо, еще провод нужно отрезать. Я тут вообще, в принципе, ничего не прошел еще. Ой. Шестеренка. Получено. В общем, теперь будем аккуратно приземляться. На экстриме, конечно, если играть, она тебя сразу поймает. А, это всегда так будет или что? Ну ты подчел, да, ты очень высоко прыгаешь. Лучше обходи. Но обходить-то тебе долго. Поэтому лучше... Тут прыгать, ну я не знаю точно. Вот, в чем подвох теперь. Нет, ну в принципе это нормально. А где она? Сюда, видимо, должна прийти, да? Я пошумел или нет? А, там, кстати, еще вроде шестеренка, да? Так, ключ от домика тогда где будет? Сейчас еще раз пошумим. Ну все, это точно было слышно, я уверен. В общем, я, конечно, хотел видео без комментариев уже сделать. Ну, вы, наверное, хотите, чтобы я комментировал, и буду лучше вот без звука играть. Ну, я не знаю, если получится, пройду, но я хочу пройти, конечно. Ой. Ой, нет, нет, вали быстрей. Сейчас посмотрим, что здесь есть.
Что мне понравилось, что стало намного четче, интереснее теперь. А вторую часть тоже будут так обновлять, я не знаю. Подождите, знаете, мы еще где-нибудь смотрели? В шкафчиках вот здесь. Может, что-то будет? Нет. Ключ от домика. Где он может быть еще? О, Weapon Key. Иди и пройди теперь. Я пройду здесь или нет? Наверное, нет. Обходить сейчас, что ли? Нет, я здесь не пройду, это точно. Сейчас просто все обходить надо, вот просто, чтобы до той комнаты дойти. Где она? А, вот. На. Bad location нужен. Так, где мы еще не были? У машины. Там мы обязательно побудем. Тут теперь реально вот кажется, что узкие проходы сделали. О, нет. А как она сюда сама придет-то? Я не знаю даже. Все. Ой, мне, конечно, управление сейчас не настроено нормально. Лучше вот так вырубить и дальше идти делать, что я делаю. Да что это такое? Во, все получилось у тебя. 2 минуты. 2 минуты у нас есть. Тедди, ты здесь. Дробовик здесь. Ну, часть дробовика здесь. Так, главное, пусть не стреляет. Да почему? Я дойду вот до подвала, я не знаю даже. Мне ж не только туда идти. Да что это такое? У нас есть 2 минуты. Где она возрождается, я тоже не знаю. Она может вот здесь, в принципе, возрождаться. Да в смысле, а что это за баг? Че он стреляет? У меня ж не настроена эта кнопка. Как он мог стрелять? Я не знаю. Главное попасть просто и все. У нас 5 попыток, конечно, есть. Ну давайте. Вот, повезло мне. Так, заморозка. Сразу использую, вдруг она за мной пойдет. Пусть там будет. Часть дробовика тоже. У вороны что будет? Сейф ключ. Будем проходить через дверь, мы это уже знаем. Ладно, если что, у нас там несколько попыток еще будет. Вроде 4, да? Это же первый день. Меня еще не ловили. Может, она в подвале вообще будет возрождаться? Возрождаться, я не знаю. Вот здесь еще не проходили. Кстати, проходы реально теперь узкие вот сделали. Что и впечатляет теперь. Настоящая атмосфера игры прям. О, под луки хотя бы. Где она, я не знаю даже. Вообще. Мастер Кей у меня тоже есть. О, она наверху. Она наверху возрождается. Пошлите сейчас к машине. Посмотрим, что там есть. А тут, видимо, ничего. В парилке ничего. Шесть дробовика. Ну, я не знаю, можно вот эту часть поставить просто.
Если что, будем проходить, соберу сразу. Ой, главное, меня не лови только. Я хочу посмотреть, а что там, если ворота вот открыть сейчас. Так, аккуратно. Ну, в принципе, так же. Ладно, идем дальше. В общем, остается открыть дверь и пройти эту Грэнни, первую часть. В принципе, обновление сделали интересным, мне понравилось. Меня еще ни разу не вырубили даже. Представьте, я без звука играю, вот просто не ориентируюсь, на что делает. Как идет, но я поэтому еще и изи поставил. Нормал уже не ставил. Ну все. Пока, бабушка Грэнни. А конечная сцена какая будет? А, вот она. Светлая такая. Она прилетит еще потом, да, в конце? О! Ого! Даже ритмичнее вот как будто было. Ну что, в принципе, вот такое обновление мы рассмотрели. Только вот, что Грэнни на месте стоит, я не знаю. Может, это так оригинально сделали? Она ПК-версия, она прям как в 3D. Ну что, давайте мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.